Красота спасет мир! Всем привет! Меня зовут Оксана, рада видеть вас на канале Green Planet. Долго думала, каким рецептом поделиться с вами сегодня. Честно признаться, из всех домашних средств я больше всего люблю скрабы. Они действительно эффективны, кожа потом волшебная, не требуют курса, как, например, маски, и рецептов много, то есть сплошное творчество. Я решила сделать подборку из своих любимых скрабов. Выбрала самые простые варианты, чтобы никто из вас не поленился их попробовать. Итак, начнем. Скраб номер один – апельсиновый. Апельсин – источник витамина С, отвечающего за регенерацию клеток и, соответственно, молодость. Освежает, смягчает и тонизирует кожу. Я влюбилась в этот скраб прошлой зимой, когда искала дополнительные источники позитива. Без солнышка мне очень уж грустно становится, а эфирные масла цитрусовых, как известно, поднимают настроение. Налегаете на апельсины, корки сушите. Вот такие корочки у нас получаются. Затем измельчаете их в блендере и вуаля! Получаем невероятно ароматную основу для скраба. Посмотрите, какая она яркая. Апельсиновую муку храните в закрытой банке. Срока годности она не имеет. У меня, по крайней мере, стоит уже второй сезон, и ничего с ней не случилось. Теперь делаем скраб. 2 столовые ложки апельсинового порошка разведите водой до консистенции сметаны. Скраб должен получиться не жидким и не густым. Вот так, наверное, еще воды. В принципе, все нужно пробовать самостоятельно, потому что трудно сказать, сколько нужно воды. Вот, когда будет получаться как сметанка, тогда все готово. Сейчас я вам покажу, какой он должен быть в идеале. Вот, вот такой. Приятные очень мелкие частички скрабирующие, поэтому, кстати, вполне можно обрабатывать им и лицо. Обработайте скрабом тело, смойте теплой водой. Кстати, попросите друзей собирать корки апельсина для вас. Моя близкая подруга так и делает, за что ей отдельное спасибо. Как в известной телевизионной передаче, пользуясь случаем, передаю привет Наташе. Переходим к скрабу номер 2, медово-манному. Он нежный, мягкий, поэтому и можно обрабатывать даже лицо. Все, что нужно, это мед и манка. Я беру ингредиенты в одинаковых пропорциях. 2 ложки меда и 2 ложки крупы. Для усиления эффекта добавьте любое эфирное масло. Лимона, лаванды, корицы. Я люблю лаванду, поэтому использую практически всегда только ее. Мед отлично питает кожу, делает ее шелковистой, улучшает цвет. Манка богата витаминами группы В, фолиевой кислотой, железом, марганцем. Нам нужно смешать ингредиенты. Добавляем манку в мед. И скраб готов. Вот такая чудесная масса у нас получилась. Хочу обратить ваше внимание на такой момент, как применение эфирных масел. К счастью, я не аллергична, поэтому использую те, которые мне нравятся. Но не все такие везунчики. Поэтому прежде чем добавлять эфирное масло в скраб, протестируйте его на небольшом участке кожи. Обычно это делают на сгибе локтя. Если в течение пары часов сыпи или раздражение не появится, то вперед смело добавляйте масло в скраб. Также будьте аккуратны с медом. Если у вас на него аллергия, конечно, ни в коем случае не нужно делать на его основе скрабы. Вместо красоты получите неприятности. Мед в таком случае замените любым маслом, например, оливковым или сливками, а манку морской солью. Переходим к скрабу номер 3, ежевичному. Родиной этой ягоды являются скандинавские страны. Она распространена в Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии. Ежевика содержит витамины А и С, медь, калий, фосфор. Для скраба понадобится горсть ягод. Разомните их, чтобы появился сок. Он невероятно полезен для кожи, так как содержит органические кислоты. Яблочную, винную, салициловую, лимонную. При желании можно добавить столовую ложку молотого кофе, так абразивный эффект будет сильнее. Пахнет просто невероятно. Такой запах леса, сказки.
Скраб из ягод ежевики хорошо очищает и одновременно тонизирует кожу, делает ее гладкой и мягкой, а кислоты борются со свободными радикалами, позволяя нам дольше оставаться молодыми и красивыми. В нынешний век технологий мы устали от искусственного и всеми силами пытаемся вернуться к природе. Поэтому косметический бренд Green Planet активно использует в своих средствах натуральные компоненты. Как, например, в этом обновляющем гель-скрабе по скандинавской формуле с соком и мякотью ежевики. Начнем с аромата, так как я маньяк запахов. У этого геля он нереальный, напоминает варенье. Наверное, именно поэтому возникает ощущение уюта и тепла, когда им пользуешься, как будто переносишься в детство. Аромат правда шикарный, я даже иногда захожу в ванную, открываю колпачок и вдыхаю запах. Можете над этим смеяться. Консистенция у геля густая, скрабирующие частицы есть крупные и маленькие. В целом он мягкий и подойдет для чувствительной кожи. Вот, вот такой вот у него внешний вид. Его можно наносить непосредственно на тело или мочалку, кому как удобнее. Пенится не очень хорошо, но, как я рассказывала в предыдущих выпусках, это за счет отсутствия поверхностно-активных веществ в составе. Они сильно сушат кожу, в результате чего она быстрее стареет, поэтому Green Planet не использует ПАВ в своих продуктах. Сок ежевики, содержащийся в этом гель-скрабе, возвращает коже упругость, восстанавливает ее тонус, обновляет клетки. Ощущение, что кожа дышит после его использования. Она мягкая, нежная и гладкая. Хочется, чтобы кто-то к ней прикоснулся, потому что непременно услышишь, какая шелковистая. Удобный дозатор. Красивая упаковка, которая поднимает настроение. Кстати, давно хотела отметить, здорово, что флаконы у всех гелей Green Planet прозрачные, обратите на это внимание. Видишь, что покупаешь, и эстетическое удовольствие получаешь при использовании продуктов. Вот взять хотя бы этот. Посмотрите, настоящий джем, а не гель. К тому же удобно отслеживать количество, не пора ли покупать новое средство. Гель не сушит и не стягивает кожу, хорошо смывается. Оценка отлично, рекомендую. На этом все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео с замечательными рецептами. Благодарю всех, кто участвовал в нашем конкурсе домашних рецептов красоты. Победители получат подарки. Условия и сроки нового конкурса смотрите под этим видео. Подарки отличные, так что не упустите шанс побаловать себя чудесной косметикой от бренда Green Planet. Всех целую, всем желаю красоты. Пока-пока!